Черная пятница продолжается. Цены ниже заводских в сети ювелирных салонов «Аметист». Не веришь? Проверь. А тех, кто продает? Для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения. Ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Один плюс один равно три. Новогодняя математика от дружка-пирожка и не только. С 1 декабря пекарня у Юбилейного переходит на зимний режим работы и закрывается на час раньше. Это значит, что и счастливый час начинается в 19:00. С 7 до 8 вечера каждый второй пирожок вы получаете бесплатно. Мало того, с 8 утра до 7 вечера действует еще одна акция. В ней участвует определенный вид продукции. Сегодня, например, это пирожок с яблоком. Берете два, третий в подарок. Кстати, о продукции. Много новинок из слоеного теста. Штрудель с яблоком и творогом. Слойка с сыром и ветчиной. Слойка с курицей. По вкусу очень напоминает самсу. И классические слоеные язычки. В сдобном меню все популярнее сытно-аппетитные жульены. Пекут здесь и кексы, маффины и ночь. Хлеб. Можно выбрать традиционный батон или попробовать итальянскую чиабатту. И никаких замороженных заготовок и готовых смесей. Все, что называется сегодняшнее и натуральное. Молоко и творог с завода. Тесто и начинку по-прежнему делают на ваших глазах. Пироги с пылу с жару. Остаетесь перекусить? Возьмите горячий чай, кофе или молочный коктейль. Нужен свадебный каравай или пироги на свадебное катание? Оставляйте заказ. Пекарня «Дружок-пирожок» будет рада его исполнить. Улица Мира, рядом с торговым центром «Юбилейный». Еще теплее, еще наряднее. Платье в магазине «Миледи». Как говорится, женщине нужна всего одна вещь, но всегда новая. Идем примерять. Для начала добавим цвета в серые будни. Ярко-синего, изумрудного, алого. Или по-прежнему модного универсального сортового оттенка «Марсала». А может быть, «Электрик». Впрочем, и привычные цветовые решения холодного сезона смотрятся не менее интересно. В геометрических принтах, традиционной клетки и легендарной гусиной лапки. Теперь, что касается кроя. Платье-футляр – must-have гардероба любой модницы. Что может быть лучше, подчеркнуть все достоинства женской фигуры? Лаконичные, но очень женственные модели из мягкого стрейчевого трикотажа подойдут всем девушкам без исключения. Нарядные платья, удлиненные туники, трикотажные костюмы и кофточки с баской. И даже спортивные комплекты. Пожалуй, придется здесь задержаться надолго. Новый сезон – новые образы. Ищите и меняйтесь вместе с «Миледи». Салон-магазин женской одежды на Спортивной, 21/33. Ее название произошло от праславянского «продадя», что дословно обозначает «плата за то, что дано». Продавец – сегодня, пожалуй, одна из самых востребованных профессий. Сесть за кассу без опыта работы ответственный работодатель не позволит. Либо сам научит, либо отправит на курсы. Законодательством установлено, что к работе в торговле допускаются только лишь аттестованные продавцы и кассиры. Первая и единственная в Клину – школа-магазин «Общество ТОН». Это возможность получить профессиональное образование или повысить квалификацию по трем направлениям. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров, кассир торгового зала и кассир-операционист, в том числе и для работы в системе ЕГАИС. Начнете с азбуки. Научитесь вешать точнее, фасовать и упаковывать, считать. А заодно изучите законы о защите прав потребителя и правилах торговли отдельными видами товаров. Но самое важное – научитесь разговаривать с покупателем. Этике и психологии преподаватели школы уделяют большое внимание. После месяца теории – практика в магазинах ТОНа. По итогам учебы получите вот такое квалификационное свидетельство. Совмещайте учебу с работой или имеете ограничения по состоянию здоровья, в школе ТОНа предусмотрен индивидуальный подход. Льготникам предоставляется скидка на оплату обучения до 30%. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!